Привет, ребята! Добро пожаловать в TenorShare. Если ваш iPhone становится зеленым или мигает, это может указывать на проблемы с совместимостью оборудования с последней версией iOS. Недавно у друга возникла проблема, требовавшая дорогого ремонта, но я помог ему сэкономить, предложив простые решения. В видео я расскажу о 5 способах решения проблемы с зеленым экраном на iPhone. Попробуйте все советы. Давайте погрузимся. Принудительно перезагрузите устройство. Иногда зеленый экран – это просто временный сбой, который можно исправить перезагрузкой. Быстро нажмите и отпустите кнопки громкости. Затем удерживайте боковую кнопку до логотипа Apple. Перезагрузка устройства может устранить зеленый экран. Если у вас есть доступ к настройкам и зеленый оттенок не исчезает, отрегулируйте дисплей. Перейдите в настройки, затем в раздел «Экран и яркость». Увеличьте яркость экрана и активируйте True Tone. Настройки могут уменьшить или убрать зеленоватый оттенок экрана. Если это не помогло, попробуйте восстановление системы с помощью Reboot. Награжденный инструмент решает множество проблем iOS, включая проблему с зеленым экраном. Вы можете исправить без потери данных. Ссылка для скачивания будет размещена. Подключите телефон к Reboot и выберите восстановление системы после запуска программы. Выберите стандартный ремонт, чтобы избежать потери данных, и следуйте инструкциям на экране. Этот инструмент загрузит правильную прошивку и восстановит iOS-систему вашего устройства без потери данных. Если после обновления до iOS 18 у вас возникли проблемы, можно использовать Reboot для понижения до iOS 17. После процесса ваш iPhone вернется в нормальное состояние, и данные останутся нетронутыми. Теперь вы можете использовать приложение и просматривать фотографии на полностью функциональном экране. Возможно, причина в повреждении оборудования. Я собрал советы по ремонту оборудования от друзей-специалистов. Попробуйте несколько интересных вещей. Можно использовать магнитные элементы, размещая их на передней или задней стороне iPhone. Сидеть там 5 минут. Сброс внутренних компонентов может помочь устранить проблему с зеленым экраном. Если ваш телефон намок, положите его в рис на 24 часа или используйте вентилятор для сушки зарядного порта. Выключите телефон во избежание дополнительных повреждений. Если проблема с зеленым экраном не решается, свяжитесь с поддержкой Apple. Для iPhone 13 возможен зеленый экран из-за аппаратного дефекта, который может быть отремонтирован бесплатно, даже после окончания гарантии. Служба поддержки Apple обеспечивает диагностику и ремонт, сохраняя ВАДО и пылезащитные функции устройства на уровне нового. Запишитесь на прием или получите помощь на сайте Apple. Хорошо, надеюсь, ты решишь проблему с зеленым экраном на iPhone. Если видео оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь для советов по iPhone. Наслаждайтесь устройством, спасибо за просмотр!